Добрый день, уважаемые коллеги. Почему мы обратили внимание на эту достаточно нетипичную для хирургов тему? Это произошло по нескольким причинам. Ну, во-первых, у нас сменился клинический фармаколог, которая загнала нас в рамки антибиотикопрофилактики, антибиотикотерапии с достаточно жесткими показателями, которые на момент принятия этого положения нас достаточно сильно смущали. Ну и во-вторых, мы начали осваивать новые методики лечения, такие как лазерная резекция гортани и микрохирургия, и у нас появились вопросы, как правильно вести пациентов в послеоперационном периоде. Ну, естественно, мы решили начать с того, что как правильно все-таки назначать, проводить антибиотикопрофилактику. Ни для кого не секрет, что хирургия головы и шеи сопровождается целым рядом осложнений, наиболее частые из которых – это инфекционные осложнения. При этом в зависимости от типа хирургических вмешательств эти осложнения могут повышаться либо снижаться. И по ряду нескольких исследователей мероприятия, проводимые по поводу инфекционных осложнений, в стационаре значительно превалируют для их купирования. И, кроме того, инфекционное осложнение влияет на качество жизни пациентов. Что увеличивает риск раневой инфекции? Ну, это проведенное ранее лечение, проведенная химиотерапия, либо лучевая терапия, также наложение трахеостомы влияет на развитие осложнений. Увеличение объема операции за счет шейной лимфодиссекции, реконструктивная хирургия, продолжительность операции, рак гортани и гортаноглотки и сопутствующие патологии, такие как сахарный диабет. Еще один из факторов риска – это операция на верхних дыхательных путях, на начальных отделах пищеварительного тракта. Кроме этого, влияет нутритивный статус, наличие гипопротеинемии, гипоальбуминемии. Говоря о инфекционных осложнениях, мы с вами должны иметь представление о классификации ран. При операциях на голове и шее риск раневой инфекции варьирует от 3 до 87%, и существует 4 вида операционных классификаций ран. Первое – это чистые операции, процент осложнений от 1 до 5. Условно чистые – это 24-87% осложнений. Ну, контаминированные грязные раны мы с вами не будем разбирать. Говоря о опухолях головы и шеи, большинство ран для операции на голове и шее приходится на чистые раны. И вторая по частоте встречаемости – это условно чистые раны, когда мы имеем дело с уже имеющейся инфекцией в полости рта и глотки. Почему мы внимательно обращаем внимание на антибиотикопрофилактику? Ну, во-первых, инфекционное осложнение влияет на увеличение и стоимость, на увеличение продолжительности лечения, влияет на стоимость лечения, снижает качество жизни пациента и непосредственно заменяет этапы комбинированного лечения. Вопросы, которые встали перед нами. Ну, во-первых, это стоит ли вообще применять антибиотикопрофилактику рутинно? Какой антибиотик необходимо использовать? Как долго его использовать? Что касается чистых ран, достаточно большое количество исследований подтверждают тезис о том, что чистые раны, а это, напомню, операции на щитовидной железе, операции на слюнных железах, операции лимфоденэктомии, они не нуждаются в проведении антибиотикопрофилактики. То есть никакой антибиотик в принципе не вводится. Большинство исследований подтверждает этот факт, но некоторые авторы указывают на то, что необходимо обязательно учитывать факторы риска, которые я уже перечислил. По поводу лимфоденэктомии существует несколько исследований, которые показывают нам, что не все так однозначно. Часть исследований говорит о том, что нет необходимости проводить антибиотикопрофилактику при лимфоденэктомии. Вот, в частности, вот в этом исследовании 273 лимфоденэктомии и инфекционные осложнения были выявлены у пациентов, которым проводилась антибиотикопрофилактика. В таком же количестве случаев, как и без нее. Еще одно исследование, которое говорит нам о том, что нет необходимости проводить антибиотикопрофилактику, нет значимых различий в количестве инфекционных осложнений. При этом некоторые авторы утверждают совсем обратно и говорят о том, что при наличии факторов риска, больших объемах лимфоденэктомии, антибиотикопрофилактика все-таки снижает частоту инфекционных осложнений. И говоря в заключение о чистых ранах, мы можем четко утверждать, что антибиотикопрофилактика, она неэффективна для чистых ран и не должна применяться рутинно. При этом при выполнении лимфоденэктомии нужно обязательно учитывать опыт клиники,
учитывать факторы риска и уже решать в клинике, проводить ли антибиотикопрофилактику. Говоря о условно чистых ранах, мы должны учитывать тот факт, что раневая инфекция при опухолях на голове и шее, она имеет полимикробную структуру. Здесь представлены все типы бактерий, это грамположительные палочки, грамотрицательные анаэробы, поэтому, проводя антибиотикопрофилактику, мы должны перекрывать весь спектр данных патогенов. Также многочисленные исследования, которые доказали статистическую значимую эффективность при применении антибиотикопрофилактики при условно чистых ранах. Этот факт не подвергается сомнению, и профилактика должна проводиться дооперационно. Что значит дооперационно? Дооперационно – это значит, в течение 60 минут должно ввестись антибактериальный препарат до разреза. Проводились исследования, которые говорят о том, что это наиболее оптимальный путь введения. Нет необходимости вводить значительно раньше, либо после начала уже операции. Мы должны создать максимальную концентрацию препарата именно во время разреза. Для этого необходимо порядка 60 минут. При этом антибактериальный препарат должен вводиться внутривенно обязательно. Какой антибиотик использовать? Однозначного ответа не было найдено, но была найдена комбинация препаратов, которые в большом количестве исследований подтвердили свою эффективность. И обязательное использование антибиотика – это либо ампицилин, сульбактам, либо предпочтение отдавать цефалоспоринам в сочетании с метронидазолом. Альтернатива при наличии аллергии на пенициллиновый ряд – это использование клиндамицина. Хотя в ряде исследований клиндамицин показывает одни из самых невысоких показателей, хотя он остается у нас в резерве. Ну и наиболее оптимальная схема назначения антибиотикопрофилактики при условно чистых ранах выглядит следующим образом. Это препараты цефазолин плюс метронидазол в указанных дозировках, представленных на слайде. Вторая схема – это использование цуфароксима вместе с метронидазолом, либо использование ампицилина. Здесь он используется в самостоятельном варианте. И при аллергии мы используем клиндамицин, несмотря на то, что у него более худшие показатели. Еще раз повторюсь, что вводятся препараты за 60 минут до начала кожного разреза, вводятся внутривенно, и при длительной операции, либо при большой кровопотере, необходимо учитывать тот факт, что вторую дозу мы должны вводить также во время операции, если операция длится больше 3 часов. Как долго использовать? Огромное количество работ говорят нам о том, что одного дня для антибиотикопрофилактики достаточно. Нам тяжело достаточно с этим согласиться, потому что использовать антибиотики в течение одного дня при, допустим, обширных операциях после ларингектомии, ларингофарингектомии, при операциях слизистой полости рта, с реконструкцией. Но исследования говорят нам о том, что нет необходимости увеличивать этот срок, так как он не приносит значимых результатов. И в заключение, для условно чистых ран антибиотикопрофилактика обязательна, она вводит 60 минут, длительность антибиотикопрофилактики по рекомендациям 1 день, предпочтительная схема цефазолин плюс метронидазол, ну и клиндамицин, если есть аллергическая реакция. Вот отдельно встал вопрос по поводу микрохирургических операций. Мы знаем, что эти операции наиболее травматичные, они продолжительны по времени. Всегда хочется после такого многочасового труда получить наилучшие результаты. И имеется достаточно большое количество исследований, говорящих о том, что короткая переоперационная профилактика также эффективна, как и продолжительная. То есть один день также эффективна, как 5 дней. Короткая антибиотикопрофилактика позволяет использовать рутинного длительного назначения, что также сказывается на, во-первых, стоимости лечения и на состоянии пациента. И идеальной продолжительности переоперационной профилактики для микрохирургии пока не выявлено. Второй вывод из этого исследования о том, что антибиотикопрофилактика должна учитывать особенности микробиома полости рта. Поэтому использование обязательно комбинации препаратов – это цуфароксим, цефазолин плюс метронидазол. Ну и про клиндамицин я уже несколько раз говорил, что это является запасным вариантом при аллергии. Еще один важное исследование – это был опрос среди клиник, которые занимаются микрохирургией. Это были клиники европейские, их достаточно было большое количество. Это 570 лечебных учреждений в 11 странах.
И этот опрос в клиниках спрашивали, как долго они назначают антибиотик-профилактику. И ответы представлены на слайде, и вы видите о том, что если операция была сопровождалась только реконструкцией мягких тканей, то чаще всего это был один день, реже 3 дня и практически никогда 5 дней. При этом, когда операция сопровождалась костной реконструкцией, чаще всего антибиотикопрофилактика длилась 5 дней. Мне кажется, это достаточно объективно. Ну и существуют, конечно, нерешенные вопросы. Это назначение антибиотикопрофилактики пациентов с микрохирургической реконструкцией. При костной, обязательно мы должны понимать, что костная реконструкция тоже, мне кажется, должна увеличивать период антибиотикопрофилактики. Ну и вопрос – это назначение проведение антибиотикопрофилактики при повторных хирургических вмешательствах, допустим, после экстренных операций, там, связанных с кровотечением, либо мы берем пациента после нерадикальной выполненной операции при получении гистологического заключения. Ответов пока на эти вопросы мы не получили. Но антибиотикотерапия здесь все значительно проще. Назначается она с учетом клиники пациента, есть четкие показания для назначения антибиотиков, там уже сменяются схемы препаратов, обязательно это проведение бак-посева, и назначается она вначале эмпирически, а затем уже продолжается с учетом результатов бактериологического посева и продолжается так длительно, сколько требует состояние раны и клиника пациента. В нашем лечебном учреждении сейчас принята следующая схема антибиотика профилактики. Она представлена на слайде. Мы не проводим антибиотикопрофилактику при операциях на коже, в том числе, которые сопровождаются рекурсивно-пластическим компонентом. Операции на щитовидной железе, слюнных железах при биопсиях также не проводятся. Мы договорились с нашим клиническим фармакологом, это нам достаточно дорого стоило, о том, что мы при операциях на коже носа с реконструкцией будем однократно применять антибиотикопрофилактику, так как мы отмечали, что наибольшее количество осложнений инфекционных после этих операций, там большое количество сальных желез, и достаточно тяжело обработать эту зону во время выполнения операции, я имею в виду местными антибактериальными препаратами. При установке голосового протеза и эндоларингеальных резекциях гортани также мы будем проводить антибиотикопрофилактику однократно. И при шейных лимфоденэктомиях, операциях на полости рта, при даточных пазухах, это будет антибиотикопрофилактика до 3 суток. Нам удалось договориться о том, что исходя из объема операции микрохирургической реконструкции, мы антибиотикопрофилактику будем проводить от 3 до 5 дней. Препараты они указаны на слайде, мы здесь не отходим ни от каких гайдлайнов. И в заключение я хотел бы отметить, что антибиотикопрофилактика – важный компонент в лечении пациентов с опухолями головы и шеи при проведении хирургических вмешательств, и нет доказательства в пользу рутинного использования антибиотикопрофилактики при чистых операциях, при этом обязательно его использование при условно чистых операциях. Длительность в большинстве случаев – это один день, внутривенное введение за 60 минут до разреза, обязательно при условно чистых ранах – это комбинация препаратов, ну и предпочтительно использовать те схемы, которые указаны на слайде. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Александр Олегович. Будут ли вопросы в зале, Александр Олегович? Да, пожалуйста. Я ожидала, да. Вопрос? Спасибо за хорошую информацию и хорошую тематику. Действительно, это очень актуально. Только у меня вот такой, допустим, можно назвать вопрос или коммент. Когда операция, то есть по времени длительно будет, вашему нужно назначать профилактику или нет? Для каких только ран? По времени. Для чистых нет. Даже чистых? Нет, для чистых нет, в этом нет никакой необходимости. Да. Но если имеются факторы риска, я думаю, что здесь нужно это уже обосновывать. То есть, если, допустим, пациент имеет сахарный диабет, предыдущая терапия, допустим, лучевая терапия, либо химиотерапия, мы знаем, что там нарушена микроциркуляция, предполагаем, что будет рана плохо заживать, возможно, здесь имеет смысл будет назначение антибиотикопрофилактики, здесь надо уже решать это уже индивидуально. Вы сказали, когда при кровопотере нужно будет дополнительную дозу давать, как бы. А если, допустим, бывает, что временами делаем операции, то есть лоскут полностью разделение не делаем, а заставим ординатора или кого-нибудь, что он ретрактор поставил и тянул, сколько времени тянул. По-вашему, в таких условиях, когда мы такие операции делаем, то есть столько натяг на мягкие ткани будет,
так и времени. Не нужно ли тебе? Я думаю, что нет. Я думаю, это не повлияет, потому что обсеменение раны происходит уже либо в процессе разреза, либо именно при длительном контакте раны с окружающей средой. Чаще всего мы находимся в стерильном помещении, то есть инфекция, по идее, в воздухе она не должна присутствовать. Мы имеем ламинарную систему, мы имеем чистый обменник. Ну, это да, по большинстве случаев так должно быть. Ага. Вот. А поэтому инфекция, она берется только с тела человека. Поэтому, когда мы делаем разрез, у нас имеется достаточное количество антибиотика в тканях, и, соответственно, мы профилактируем таким образом. Но понимаете, есть некоторые работы, которые говорят именно про вот эти именно маневры при операции, когда делается. Говорит, если при операции было натяжение, серьезное натяжение на мягкой ткани, тогда это хирург должен думать, что в этом месте уже циркуляция крови не по норме идет. А если циркуляция не по норме, то значит уже у нас вот эти клетки, которые защищают организм, не существуют. То есть мельчайшие вот эти микроорганизмы, если присутствуют в воздухе или где-нибудь, то они дадут возможность инфекции там на этой территории, поскольку недостаточно присутствуют вот эти клетки YBC и так далее. Вот такой. И не знаю, насколько вы согласны с этим, но вот такая практика есть. На самом деле мы обычно, особенно у нас, поскольку часто бывает как зоны, как бы военная зона, у нас разные пациенты бывают пациенты полные грязные. Да. Вот, вы сказали, что если пациент в возрасте, диабет и так далее. Я просто вам говорю такой пример. Мне привезли, вызвали в скорую, я пошел, старик, ему где-то 89 лет, упал. И он упал именно в канализации, где вода вот так идет, где вода идет. У него была рана здесь, отсюда до сюда. И внутри раны я вот так пальцами, вот так я вскарбал, или как правильно сказать, вот именно вот эта грязь, черная грязь. Я сколько не старался, я был уверен, что там нечисто. Конечно, я старался максимум, но все равно не нечисто. Я поставил дренаж, антибиотик я назначил. Я думал, 100% это будет инфекция, и у меня будет страдание. Старик пришел, и вообще прекрасно все, я дренаж убрал, и все, на третий день все отлично. Вот, то есть здесь именно сказать точно, когда нужно, когда нет, вот такой нету. Но профилактика нужна, когда хирург думает, что какие-то даже мельчайшие вот эти возможности есть, лучше назначать. У меня был случай, 3 часа я восстановил верхнюю губу, 3 часа. А потом пациенту оставил в больнице, как бы ординаторы проводят все, перевязку и все остальное. На третий день я видел пациента, и уже у меня лоскуты каждый по сторонам, все улетело. Поэтому такие случаи лучше назначать хорошие антибиотики, а не ждать, вот, как бы, потому что кто-то сказал, что так должно быть. Потому что это разные условия в больнице, разная тактика. Вы должны быть уверены в свой персонал, именно они делают по протоколу и как надо. И, Хуршит, я, может быть, защиту скажу. Просто сейчас есть приказ, который идет к нам в учреждение. Относительно этого приказа есть сформированная группа клинических фармакологов, бак-лаборатория, которая тщательно наблюдает и следит за назначением антибиотиков, причем во всех учреждениях. Это тенденция во всех учреждениях сейчас идет нашей страны. И, соответственно, есть определенный протокол, по которому мы должны обязательно идти. И вот то, что показал сейчас Александр Олегович, это говорит о том, что они борются со своим клиническим фармакологом и выпрашивают хоть в какой-то ситуации назначить антибиотик. Для нас это очень близко. Мы решили эту проблему каким образом? Мы попросили сначала паспорт отделения создать на нашем отделении. И создав паспорт отделения каждого отделения, есть вероятность того, что вот действительно эти микробы присутствуют. И профилактику именно этими препаратами мы проводим. А дальше после посева, соответственно, вот поэтому и... Спасибо. Вам слово. Окей. Хорошо. Спасибо большое за прекрасную презентацию. На самом деле, это интереснейшая тема, поскольку мы всегда постоянно сталкиваемся с нашими фармакологами, барегологами, они говорят, вы не можете использовать антибиотики длительное время, но паротидэктомия, например, это чистая операция.
Но как только в тот момент, когда вы разрезаете железу и протоки, туда попадает слюна, это уже идет контаминация. Но при больших операциях, например, трахеостомия, у пациента сохраняется трахеостомия до безопасного момента, то есть как минимум 10 дней. И, как правило, это люди бедные, они не всегда хорошо ориентируются в послеоперационном периоде, после длительной операции они трогают, касаются трахеостомы, они трогают. То есть мы очень осторожны, и я не слушаю наших микробиологов или фармакологов. Я даю комбинацию метронидазола, цифраксимума. Это дешевая комбинация и очень эффективная. Я продолжаю, я ее сам даю. И в нашей, и кроме того, мы используем дренаж Пенроуза. Это не активный дренаж, это пассивный дренаж, поскольку активное дренирование создает компрессию ножки. В одном случае мы остановили, прекратили его использование. И, естественно, дренаж ставится как минимум на 7 дней. То есть как минимум 7 дней он стоит, поскольку это открытая рана. Поэтому все публикации, как правило, не принимаются во внимание целый ряд аспектов. Они принимают во внимание аспекты в комплексе. Они не принимают, скажем, необходимость безопасного предположения пациента. В итоге мы отвечаем за наших пациентов, и иногда мы должны следовать, скажем так, нашим ощущениям, а не каким-то рекомендациям или публикациям, или каким-то советам.